Хотите стать обладателем главного приза Кубка портала чемпионат.ком «Лошади Чимпули»? Тогда спешите подать заявку на участие в соревнованиях. Первый этап стартует уже завтра. 4 этапа и 4 возможности попасть в двадцатку финалистов. И только одному из претендентов достанется главный приз «Лошадь Чимпуля». Ей 3,5 года, она молодая, здоровая, отдатливая в работе и очень хорошо идет на контакт. Сейчас это пластилин, из которого вы сможете слепить того турнирного бойца, которого вы хотите видеть под своим седлом. Остальные призеры поделят между собой призовой фонд в 500 тысяч рублей. Если вы любите необычные испытания и готовы в настоящей борьбе отстаивать право обладателя главным призом, тогда ждем вас среди участников конного биатлона на турнире в Maxima Stables 1 мая. Подавайте заявку, стартуйте и выигрывайте!